утро на Енисее. Я люблю бутерброды с домашним паштетом, который можно сделать из куриной печени. Очень вкусно получается, и все домашние любят. А еще хлеб можно либо в тостере, либо на сковородочке подсушить, так до румяной корочки. Будет просто вкуснятина. Рыбка, да, с копченой и маслом. Вкусный получается. В принципе, все. А хлеб какой должен быть для бутерброда? Хлебушек. Вообще вкуснее с... Вот, на который тостовый хлеб. Вот этот вкусненький. Я бутерброды не очень ем, наверное, это все-таки больше к молодежи. Сын, да, любит стандартный горячий, холодный колбаса, сыр, ну и какие-то там овощи. С лососем очень нравится, да. А если из домашнего, можно котлетки, в принципе, пожарить и просто сделать свой бутерброд какой-нибудь, как и в обычных магазинах. Я вообще люблю шаурму есть. Ну, вкусная, нормальная еда, как бы, вот. А бутерброды? Ну, бутерброды, да, я тоже люблю. С батоном, как бы, колбаса, сыр, вот, можно кофе на утром есть, вот, позитивно, вот, как. С горячим сыром расплавленным, с колбасой, с огурцом свежим, в микроволновке. Запечь так, и чтоб корочка такая нежная, чуть-чуть хрустящая. Положить там колбасу, огурчики, помидорки, накрыть сверху еще одним кусочком хлеба и съесть это. Все. Ну вот если только с икрой. На Новый год! Вот это да! А остальные больше нет. Со шпротами вкусные. И с сыром, и с майонезом. Расплавить получается сыр и сверху шпротину положить. Можно шпротину отдельно съесть после того, как бутерброд съешь. Сыр с чесноком. И туда какой-нибудь соленый огурец со шпротами. С красной рыбкой, соленой, вкусной, с маслицем. С икрой уже, наверное, не получится. Нужно взять и нарезать все тоненько, аккуратно. И украсить чем-нибудь таким привлекательным. Ну, допустим, там, зеленью или, может быть, оливочкой. И тогда все получится. Главное сделать с душой.